I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Иркутский монстр. Под таким прозвищем вошел в аналы криминальной России этот маньяк, убивший за один год 13 человек. Садист, скрывавшийся днем под маской врача, а по ночам проявлявший свою звериную натуру, носил обычное имя – Василий Кулик. Ничто не выдавало в этом заурядном с виду обывателя жестокого оборотня, выходившего на поиски своих жертв, как и положено вервульфу, в полнолуние. Аномальный ребенок. Кулик Василий Сергеевич родился в Иркутске 17 января 1956 года. Он был третьим, поздним ребенком в благополучной семье. Отец профессор, мать директор школы, двое детей. Так как родителям было уже за 40, беременность и роды у матери проходили тяжело. Женщину предупредили, что есть опасность аномалий развития плода. Позже мать Василия вспоминала. Врач на консультации сказала, что мне рожать нельзя, что тот, кого я рожу, будет не человек. Я все же решила рожать, и роды длились у меня с 10 по 17 января. Они прошли под наркозом. Когда я впервые увидела новорожденного, то ужаснулась. Он был очень маленький, без ногтей, уши вдавленные, большой живот пульсировал так, что казалось, лопнет. Этот ребенок был, конечно, как в фильме ужасов, уродец. Он появился на свет недоношенным, семимесячным. До полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. Только в 6 месяцев он начал походить на ребенка. Василий много болел, по ночам не спал и не давал спать родителям. Раздраженная мать била его. И тогда отец уходил из дома с сыном на руках, бродил по ночным улицам, пытаясь успокоить ребенка и оградить от гнева жены. До 2 лет женщина практически не подходила к своему малышу. Позже ребенок дважды перенес гепатит, страдал ревматизмом. До 12 лет задыхался от бронхиальной астмы. Все жалели слабого здоровья мальчика, прощали ему любые эгоистичные или жестокие выходки. Сестра вспоминала: «Однажды он схватил нож и побежал за мной. Я едва успела выскочить из комнаты, захлопнув за собой дверь, в которую слышала, впился нож». Позднее выяснится, что в детстве Кулик самозабвенно любил мучить кошек, ловил их во дворе и вместе с приятелем вешал. Старший мальчик, Васю, научил вешать кошек. И они дворовых кошек стали вешать. Наблюдали с интересом за агонией умирающих зверьков, вот за их судорогами. По признанию самого Василия, последние судороги животного совпадали с первыми сексуальными позывами малолетнего мерзавца. Потом эти ощущения закрепились, и он начал искать их и в будничной жизни. Взросление садиста. Внешняя жизнь Кулика ничем не отличалась от других. Хорошо учился в школе, отслужил в армии, поступил в мединститут. В старших классах увлекся спортом. Получил первый разряд по боксу, окреп. Рано стал интересоваться сексом. Первый сексуальный опыт случился в школе. Этот нестандартный по советским меркам половой контакт, анальный, Кулик получил в колхозе, где студенты убирали картошку с буряточкой, похожей на мальчика, по ее предложению. Все его жертвы впоследствии будут изнасилованы таким же образом. В дальнейшем он встречался с замужними женщинами и пришел к выводу об их распущенности и своей непорочности. Дальше эти представления о собственной избранности привели к первым случаям насилия над девушками. Произошло это в институте, где он начал составлять снотворные смеси и подмешивать в спиртное однокурсниц. Одурманенные, они не сопротивлялись и не заявляли на своего насильника, плохо помня происходящее после выпитого. В 1980 году Кулик сам становится жертвой нападения. Группа подростков ограбила его, ударив обрезком трубы по голове. После этой травмы, по его собственным признаниям, преступник ощутил влечение к детям. Женщины почти перестают его интересовать. После попадания в клинику, после этой травмы, у него внезапно появляется сексуальное влечение, которое привели его в камеру смертника. Из показаний Василия Кулика. Последние лет 5-6 после травмы головы меня регулярно посещают мысли сексуального характера, где я совершаю половые акты с детьми. Вначале я думал только о девочках, потом и о мальчиках.
а также старушках. Личная жизнь и первые жертвы. В 1981 году Кулик женится. Первый, он же единственный брак с будущим юристом Мариной, девушкой из Северобайкальска. Марине было приятно внимание Василия, устраивало ее и обеспеченность его семьи. Из показаний жены Кулика. Василий производил впечатление мягкого, безвольного человека, но это не так. Он был очень целеустремленным, что задумает, сделает обязательно. В последнее время строил дачу, копил деньги на автомобиль. К жене он охладел быстро, ведя половую жизнь с женой, я мысленно желал маленьких девочек, позже расскажет сам Кулик. Будущий доктор заканчивает институт, ему 24 года. Первая попытка соблазнить 9-летнюю девочку Василину успехом не увенчалась. Он пишет ей письма, дарит игрушки, когда период ухаживаний проходит, зазывает на чердак, который присмотрел для штаба. Рассказывает, как им будет хорошо, уютно, как станут весело резвиться и играть. Но девочка не пошла. Через полгода Василина сообщила об ухаживаниях маме, а та заявила в полицию, где к сообщению отнеслись без должного внимания. Переданные любовные послания, адресованные ребенку, просто потеряли. Преступник сделал вывод, что не стоит тратить время на ухаживание, если с помощью физической силы можно получить все и сразу. Сам Кулик, анализируя эту ситуацию, дал такие показания. «Я понял, что для получения удовольствия мне требовалось, чтобы партнер не был знаком». И доктор, и серийный маньяк. Закончив мединститут, будущий иркутский монстр начинает работать участковым терапевтом. Коллеги его ценят за профессионализм, заботливость и дотошность по отношению к проблемам пациентов. Ты вопрос задаешь, вот такой медицинский, он сразу ответит все. Хороший врач. Никогда не начинала осмотр с холодными руками, то есть всегда просил водички, чтобы помыть руки. И то есть действительно был очень-очень заботливым врачом. Что бы сказали все эти врачи, если бы заглянули в дневник Кулика и прочли там такое? Завел такую систему лечения. От головы анальгин, от горла стрептоцид, от сердца валидол и нитроглицерин, от живота таблетки с красавкой, от давления папазол, от печени ножпа. Начал приводить систему в жизнь. В первую очередь сдались и ушли в небытие самые тяжелобольные бабушки и дедушки, пополнив журнал безвозвратных потерь участка. Стало легче, но еще находились люди, которые добирались до меня. Самое главное в моем деле, чтобы больной ушел из бренного мира не с территории участка, а откинулся где-нибудь на улице или на больничной койке, тогда это уже не моя участковая промашка. Весной 1982 года, через год после своей женитьбы, отправив супругу в роддом, Кулик ежедневно пишет ей по несколько записок. Например, «Привет, кыска, до кончика твой, но не более». В это же время он созревает для первого преступления. Василий замечает маленькую девочку и, заманив в гараж, насилует. С тех пор охота на жертв происходила экспромтом. Он желал и тут же получал. Потом на следствии Кулик не мог вспомнить всех случаев. Из интервью Василия Кулика. «Семейная жизнь сложилась удачно. Жена по образованию юрист. У нас двое детей. Очень люблю их. Теперь они от меня отказались. Не пил, не курил, на себя лишней копейки не тратил. И вот свихнулся. Сегодня даже для себя не могу объяснить, как и почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив, полон насилия, жестокости. А теперь больше, чем когда-либо. Много убийств, властвует порнография. Меня стали смущать малыши, подростки, их обнаженность. Однажды решился. Практически все названные им первые эпизоды изнасилования не были доказаны. Первый эпизод, который удалось доказать и которым открылось дело Кулика, было изнасилование 8-летней Маши, которую он знал и отпустил. И она его опознала спустя несколько лет. Отпустил и следующую 8-летнюю Таню, оставил в живых и мальчика Толю, который родителям все рассказал, но те постеснялись идти с таким делом в милицию. Мальчиков и девочек Кулик отбирал строго по внешности, остальное – возраст, знакомство с родителями замученных детишек и даже степень собственного родства с ними не имело значения. Если что и удерживало его – так только страх быть разоблаченным. Позже на следствии выяснится, что преступник приставал к сыну своей любовницы и даже к собственным детям. Из показаний любовницы Кулика. «Он часто ложился в постель к моему сыну, когда я уходила на кухню. Вадик, сын, прибегал и жаловался. Дядя лезет ко мне, хватает за все. Я думала, просто ласкает мальчика, ну и схватит невзначай». Из показаний Кулика.
Я дважды пытался изнасиловать своего 3-летнего сына, когда мы оставались наедине. Но то мама, то жена приходили в этот момент домой. Только страх его остановил, там, потом ребенок пожаловался маме, он говорил, что он там пытался чири там посмотреть у него, значит, вылечить. Сын мне жаловался, что папа лезет к нему, я потребовал объяснений. Василий отвечал, что просто обрабатывал фурункул на его ягодице. Я успокаивалась, мальчик плетет не весь что. Желание совокупиться с обоими своими сыновьями владело им до конца. Но он нашел выход, когда терпеть уже не было сил, шел на улицу и отлавливал очередную жертву. В канун 1984 года, переживая смерть отца, Василий выпивает флакон корвалола, теряет сознание, начинает биться в судорогах. Его успевают отвезти в больницу и спасают. Из лечебницы насильник возвращается хладнокровным убийцей. С 1984 года я стал убивать лиц, которые были объектами моих сексуальных желаний. Во время половых актов я их душил, чувствовал судорогу тела партнера, конвульсии, испытывал при этом большое удовольствие, неведомое ранее. Стал так поступать со всеми жертвами, насилуя – убивал, убивая – насиловал. Пациент всегда мертв. Новые жертвы среди беспомощных людей появились случайно. Встретив на улице свою бывшую пациентку, доктор-убийца разговорился с ней. Дома у 72-летней старушки под видом лечения преступник ставит укол аминозина, после чего насилует и душит ее. Как заговоренному, оборотню опять все сходит с рук. Иркутским ЗАГСом смерть пожилой женщины была зарегистрирована как наступившая в результате ишемической болезни сердца, атеросклероза и гипертонической болезни. Кулик начинает вести полевой дневник, список одиноких старушек, которые знали его и относились доброжелательно. Василий признался, был у меня список и молодых одиноких женщин, которых я посетил в качестве врача скорой помощи. Они приглашали меня заходить, но поскольку в моих сексуальных фантазиях не было им места, я ни к одной так и не зашел. Весь списочный состав остался жив. За первым убийством последовали еще 6. Однако смерти пожилых не давали садисту бурных эмоций. А когда в теле 53-летней женщины в интимных местах нашли нож и палку, решили, что она занималась самоудовлетворением. Другую свою уже мертвую жертву Кулик поместил в ванну с водой. Но в это время уже месяц горячей воды в доме не было. Выходит, старушка решила понежиться в ледяной ванне. Одна из старушек после визита доктора даже обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании. Но Кулик в милиции заявил, что он врач и приходил делать укол. Все убийства пожилых женщин были списаны на смерти по естественным причинам. Уголовные дела по данным фактам не возбуждались. С детьми все было иначе. Здесь уже маньяк, подчиняясь звериным инстинктам, импровизировал в зависимости от подвернувшегося случая. Что касается детей, то тут я списка не вел, все получалось импровизированно. В своих мыслях я часто прокручивал сексуальные сцены, связанные с детьми, представляя их в конкретных местах Иркутска, которые хорошо изучил еще в младенчестве. Оказываясь в этих местах уже наяву, видел ребенка, подходящего моим фантазиям, и проделывал с ним то, о чем грезил. В мае 1984 года Кулик возвращался из квартиры сестры, где сутки провел с любовницей. Заметив скучавшую во дворе 8-летнюю Ларису, он предложил поиграть в прятки. Ее труп со следами побоев и многочисленными ссадинами найдут через несколько дней в одном из подвалов в центре Иркутска. Из показаний Кулика девочка слишком активно сопротивлялась. Экспертиза зафиксирует смерть от асфиксии. 7-летнего Андрея Фомина Кулик приметит, когда тот будет кататься с ледяной горки. И опять, задушенного ребенка найдут в подвале со следами изнасилования. На бедре обнаружат отпечаток обуви. Позже выяснится, что приятель Кулика работал слесарем, имел ключи от подвалов и давал их своему другу Васе по его просьбе. Самая младшая жертва Кулика, возрастом 2 года и 7 месяцев, стояла на крыльце в ожидании выхода бабушки и сестры на прогулку. Когда в скором времени те появились, на улице уже никого не было. Родителям малышки пришлось умолять дежурных РОВД прислать к месту происшествия оперативную бригаду. Милиционеры подъехали к дому только через несколько часов после пропажи. На улице падал снег. Собака дальше двора след не взяла. Следующую девочку маньяк уговорит открыть дверь и убьет прямо в квартире. Мать, придя с работы, обнаружит обнаженное тело дочери, повешенное на скакалках в детской комнате. А Кулик в это время переключился на список из своего полевого дневника. После очередного дежурства на скорой помощи
он заявился по давно намеченному адресу к 75-летней женщине, которая хоть и удивилась, но пустила его в квартиру. Измерив ей давление, убийца предложил сделать укол. Усыпив старушку, маньяк изнасиловал ее и зарезал. Это насилие принесло ему новые эмоции, и он уже старался не расставаться с ножом, нося его в дипломате вместе со шприцами. Однако, когда летом 1985 года Василий был в отпуске в Кировограде, ножа у него с собой не оказалось. Из показаний Кулика. Летом 1985 года, когда я изнасиловал и убил в Кировограде девочку, после этого я жалел, что у меня нет ножа, чтобы расчленить ее труп, и не было подходящего инструмента для этой цели. Я считаю, что это приносило мне какое-то новое дополнительное удовольствие. С этого момента у меня в мыслях появился новый элемент. Я трупы своих жертв расчленяю на куски. В те моменты, когда ножа не было и приходилось убивать по старинке, преступник, по его словам, жалел, что не может получить дополнительное удовольствие. По следам душегуба. К концу 1985 года насчитывалось уже 5 нераскрытых убийств изнасилованных детей, но у иркутских милиционеров не было никаких предположений о личности преступника. Тем не менее, судебно-медицинская экспертиза показывала, что со всеми погибшими девочками и мальчиками были совершены половые акты в извращенной форме. На телах погибших обнаружена сперма, совпадающая по групповой принадлежности. Этот факт, а также осмотр мест происшествий, дали основания считать, что все эти преступления совершаются одним лицом. Кроме того, у милиции имелись показания свидетелей, в основном детей, которых предполагаемый преступник пытался расположить к себе. Кому-то он обещал сладости, мороженое, кому-то показать подземный зоопарк, поиграть в прятки. На следствии Кулик рассказывал, что не все дети охотно шли с ним. Некоторые решительно и сразу отказывались. По имевшимся у милиции показаниям свидетелей было составлено описание. Вывешенное на улицах Иркутска, оно гласило, что разыскивается мужчина примерно выше среднего роста, худощавый, в очках с дефектом речи, Василий Картавел. Он мог быть одет в темное пальто, носить дипломат. Описания были несоответствующие. Там всегда упоминался человек намного выше и старше меня. Среди моих знакомых были сотрудники, которые были знакомы с материалами дела. И я практически знал все, что было известно и прокуратуре. Неизвестно, сколько бы еще тянулся кровавый след Кулика и как долго продлилось следствие, если бы не случай. 17 января 1986 года, когда семья готовилась отметить 30-летие Василия, тот, сойдя с ума от безнаказанности, решает сделать себе особенный подарок – изнасиловать и убить ребенка. Выскользнув из дома якобы за хлебом, он намечает себе жертву – Сережу Назарова. Насильник торопится на собственный праздник, поэтому спешно затаскивает ребенка в строящийся дом, зажав рот ладонью, чтобы тот не мог кричать, и сдавив горло, отчего мальчик теряет сознание. В это время его видит прохожая, которая, прихватив с собой еще 2 знакомых, решает проверить здание, где скрылся мужчина с мальчиком. Повариха, которая там в этой столовой была, которая увидела мужчину, который вот озираясь, тащит за собой в разваливающееся здание там ребенка. Бесшумно обходя здание, женщины замечают мужчину, стоящего на коленях и лежащего на полу полураздетого мальчика. От крика «Ребенка насилуют!» Кулик выскакивает в окно и бросается бежать. За ним кидаются мужчины, стоящие на остановке неподалеку. Наконец, преступная удача отвернулась от убийцы. Его, побитого при задержании, доставляют в милицию. На следующий день после поимки Василий дает признательные показания, из которых становится ясно, что он совершил 30 преступлений, 14 из которых закончились убийством. В заявлении, названном им «Явка с повинной», Кулик писал: «Считаю себя в полном физическом и моральном здоровье и требую, чтобы ко мне была применена крайняя мера наказания. Считаю, что людям, подобным мне, не место среди людей, не говоря о совместимости с моей профессией. Еще раз прошу отнестись ко мне со всей строгостью закона». Невольно помогла скрыть истину и мать Кулика. Когда, задержав Кулика, милиция нагрянула к нему в квартиру, изъяла ножи и какие-то патроны, мать, испытывая стресс, взяла с холодильника дневник сына, куда он записывал имена своих жертв и подробно, вплоть до качества оргазма, описывал содеянное, прочитала его. Семье было не принято заглядывать в чужие дневники, и поэтому Василий не прятал его. Этот случай стал исключением. Прочитав, мать сожгла дневник, о чем потом и заявила следствию. Сожгла, потому что никто не должен был прочитать это. Было ли там записано что-то про нее?
когда следователь допрашивал Кулика, задал этот провокационный вопрос, а не думал ли он совершить с матерью то, что делал с другими женщинами. Кулик ответил слишком эмоциональным. Почему ему хотелось насиловать пожилых, он на следствии не объяснил. Тогда как относительно детей в протокольных записях есть фраза Кулика. В своих мыслях я часто сексуальные сцены с детьми связывал с конкретными местами, улицами Иркутска. Эти места мне хорошо были известны с детства. Общалась с одним из членов следственной оперативной группы, и он говорил о том, что когда они допрашивали его по поводу убийства детей, Кулик ухмылялся. То есть он, у него не было жалости, то есть он даже по-разному их и не воспринимал как детей. Позже, когда с ним начнет работать адвокат, маньяк станет отказываться от своих слов и юлить. Будет придумывать версии, в которых чуть ли не он сам жертва. Но проведенные опознания, очные ставки, предъявленные результаты экспертиз заставят его полностью признать свою вину. Допрос маньяка. На допрос Василий Кулик был вызван 15 июня 1987 года. Он начался не с эпизодов, которые ему уже были в свое время предъявлены, а только в отношении новых жертв, найденных в последнее время. Причем одновременно следователи постоянно возвращались к его несостоятельной легенде, которую он себе придумал. Были проведены опознания, очные ставки, обвиняемому предъявлялись результаты экспертиз, которые неопровержимо указывали на него. На четвертый день беспрерывных допросов Кулик признал полностью свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Заявил, что при наличии такого комплекса убедительных доказательств ему нет смысла далее запираться и вводить в заблуждение следственные органы. Более того, он сообщил о совершении еще нескольких преступлений, о которых следователям было неизвестно. Эта информация в ходе проверки подтвердилась. Суд и приговор. Сейчас пересознание содеянного есть? Нет? Ну это естественно. Как ты его себе представляешь? Почти как кошмар. 11 августа 1988 года суд приговорил Василия Кулика к расстрелу. После этого почти год он еще находился в камере смертников, вел дневник, писал стихи, охотно давал интервью, в которых рассуждал о смысле жизни. За это время семья не пришла к нему ни разу, жена и дети, узнав его истинную природу, отказались от такого родства. За некоторое время до исполнения приговора маньяк попросил у следователя книгу по йоге, чтобы выработать в себе безразличие к смерти. Правда, он был и так, казалось бы, спокоен относительно собственной участи. В тюрьме Кулик писал стихи пожелания следователям, а в басне о хитром, черно-буром лисе Сергее Ивановиче и Кулике, где под лисом подразумевался следователь, подводил итог жизни. Мораль простая, тут как бы лис не притворялся, не сыром и лягушками, а птицами питался. Как говорят в прокуратуре, что так и надо птице дуре. Субъект дрожал за свой объект, и объективно сгинул сам субъект. Смерти боишься? Что-то я над этим не думал. Приговор уже есть, суд прошел. Так что оставаться только человеком, больше никаких дум нет. 26 июня 1989 года приговор был приведен в исполнение. Василию Кулику на тот момент было 33 года. Так закончил свои дни серийный маньяк, совершивший 13 убийств, из которых 6 жертв были дети, 7 пенсионеры. Самой младшей из погибших было 2 года и 7 месяцев, самой старшей – 75 лет. На допросах иркутскому монстру задавали вопрос, почему такой диапазон? Дети и старушки. Я желал, чтобы мои жертвы сопротивлялись, но незначительно, чтобы я мог без особого труда подавить это сопротивление, ответил преступник. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, что стало причиной такого ожесточения Василия? Отношение матери, бившей его еще в младенчестве, или вседозволенность, которой он пользовался в детстве? Как ему удавалось создать образ прилежного врача и вводить всех в заблуждение? Делитесь своим мнением в комментариях.